Друзья, всем привет. В общем, выключаю я брудер. Сейчас у нас 17 сентября. Значит, получается 18 день инкубации. В общем, не имеет смысла продолжать эксперимент. И брудер нам сейчас этот понадобится. В общем, я просветил. Значит, яйца замерли. Вот овоскоп. Значит, я просветил. Яйца замерли на той стадии, как у нас был перегрев. В общем, развитие зародыша не происходит более. Ну, про 10 яиц где-то я посмотрел. В общем, ни в одном, ни без изменений нет никакого роста. В общем, все не имеет смысла. И мне кажется, что бесполезная просто трата времени. Вот. И так что попробуем. Может быть, если у нас будут яйца и возможность еще раз такой эксперимент проделать, надеюсь, будет такая возможность. Посмотрим, что получится. Всем спасибо за внимание. Извините, что такое вот произошло. Ну, не по моей вине, как бы техника подвела, как говорится. Такое бывает. Постараюсь найти твердотопливное, хотел сказать, твердотельное реле и подключить все через него. Вот. И тогда уже будем дальше пробовать. Все. Друзья, всем привет. Ну, вы в курсе уже, что я закончил предыдущий эксперимент. У нас не получилось сделать из брудера предварительный инкубатор. Ну, давайте теперь попробуем сделать выводной. Вот у нас здесь порядка 60 яиц. Это яйца с верхних надставок из наших блицов и луперов. Там при вот такой схеме есть небольшая проблема. Цыпленку сложно вылезти из яйца, из нижнего яруса, так как над ним установлен дополнительный лоток. И вот как эксперимент мы переложили яйца сюда в брудер, создали необходимую температуру, влажность. Вот там у нас ванночка здесь в банке, я крышку снял, тоже вода испаряется. Единственное, что вот эту ванночку нужно поменять на более высокую, потому что цыпленок в нее может попасть и утонуть. Там он высокая, туда не заберется. Но сейчас мы это исправим. Вот, и в общем, посмотрим, как бы, что получится из этого. Этих цыплят мы продавать не будем, мы их оставим всех себе, чтобы не было там никаких возможных неприятностей от наших экспериментов у наших покупателей. Вот. Сейчас у нас 10 часов вечера, 18 сентября. Вот. В тех инкубаторах уже вывод начался вовсю. Так что оставляем на ночь и смотрим, что из этого получится. Друзья, честно говоря, запутался я уже, сколько у нас времени лежат яйца в нашем брудере. Поэтому давайте мы посмотрим и сравним с записью, которую я делал ранее. Сейчас у нас 6 вечера и 20.09. Смотрим, что там у нас. А у нас там цыплята. Я, короче говоря, от того количества, которое изначально положил яиц, 16 вернул в инкубатор, где у меня место освободилось, я их положил туда. Но почему-то я посчитал, что рискованное мероприятие, в общем, вернул в течение часа где-то. Значит, смотрите, что у нас здесь. У нас здесь вот вылупились цыплята. Две ванны я убрал, которые... Одна вот белая, та дальняя, мне показалась достаточной высоты, но у меня там утонул цыпленок один, поэтому я ее сразу же убрал после этого инцидента. В общем, поставил вот такой вот ковшик и оставил банку. Влажность создать мне необходимую для вывода не удавалось. В общем, я брызгал на яйца из опрыскивателя и пропитал водой пеленку. Вот. Ну, смотрите, из того количества, что здесь у меня осталось на момент, как я убрал 16 штук, значит, у нас не вывелось, получается, ну вот, видите, смотрите, рано говорить, сейчас я попытаюсь сфокусировать, никак. Ну вот, видите, там цыпленок живой. Скажи нам что-нибудь. А, ну вот, видите, клюв он поднял. Открывает клюв. Короче, вот еще один претендент на вылупление. И
Вот проклев. Ну, в общем, короче, я оставляю все это дальше инкубироваться, выводиться, вернее. Вот столько цыплят у нас здесь вывелось. Скорлупу не убирал. Сейчас уже, чтобы вам показать, сейчас я ее уберу. Поставил воду им, мед с аскорбинкой. Ну, в общем, продолжаю. Сейчас еще раз я их побрызгаю. Ну, какие выводы мы можем делать? Я закрою, а то они мерзнут. Выводы мы можем делать следующие, что как выводной агрегат, не буду говорить уже как инкубатор, как выводной агрегат, брудер наш, вот конкретно наш, можно использовать, но посмотрим дальше, я помечу маркером этих цыплят и понаблюдаем за их развитием. Ну, опять-таки, это эксперимент, мы их оставляем себе, так что будем смотреть. Но, как видите, кое-что получилось. Все на этом. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки или дизлайки, комментируйте. Всем всего хорошего. Аккуратненько нашел этим двумя ручками. Он двумя ручками наложил ног. Только не бойся, он маленький. Дашенька, не бойся. Не бойся.